В начале октября одесситы нашли обессиленного лебедя на пляже в районе Отрады. Он не мог плавать, летать и даже ходить. Директор одесского зоопарка забрал птицу и поместил его в реабилитационный центр. Когда мы приехали, мы увидели, что он действительно не может двигаться. И когда мы его забрали, я его поднимал, видел, что он необычайно легкий. Птица почти ничего не весила. Истощение было очень сильное. Все это время лебедь восстанавливал свои силы и набирал вес. Выпустили его у понтонной переправы, которая недалеко от Черноморска, где традиционно зимуют пернатые. Там спасенной птице будет легче адаптироваться.